Молодежная инициативная группа и карагандинский филиал Народно-демократической партии «Нур Отан» 19 апреля проводит благотворительный концерт, средства от которого пойдут на лечение Камилы Аукеновой. Диагноз 25-летней студентки – неутешительный – лейкемия. Но всегда есть шанс. Все друзья стараются ей помочь. На пресс-конференцию журналистов пригласили самые близкие друзья Камилы Аукеновой – Асия Сидбенова и Сымбат Ашимханова. Они, да еще мать Камилы, Гульжан Маратовна, верят, что всем миром можно помочь молодой девушке. Такая красивая молодая девушка и такой страшной болезнью заболела. Это ужасно, конечно. Вот. И я просто, получается, в соцсетях отправляла информации, то есть... мамы Аукеновой Гульжан Маратовны, ее реквизиты, просила всех откликнуться, поддержать, хоть кто сколько может. И одна моя подруга, она предложила идею насчет благотворительного концерта. Концерт начнется 19 апреля, но продолжится 21-го, уже в Алматы. Именно там сейчас находится Камила Аукенова, в 7-й поликлинике по улице Тотимбета. Все собранные деньги пойдут на лечение. Мы с Сымбат всех просим, чтобы все поддержали нас в этот день. Эти 1000 тенге мы тратим каждый день на что-либо. А в этот день вы можете просто помочь Камиле, дать шанс жить нормальной жизнью. Всегда есть надежда, всегда есть люди с открытым сердцем. Линия благотворительной помощи от нашей партии совместно со всеми гражданами, которые относятся к беде неравнодушно, продолжается. И просим всех жителей Караганды и Карагандинской области поддержать данную акцию, подключиться. Каждый казахстанец должен понимать, что когда мы едины, мы непобедимы.